Всем привет, меня зовут Ирина Ронец, и я вам покажу шаги регистрации на суперсоциальной сети Wavescore. Итак, берем ссылку спонсора, вставляем ее в браузер и смотрим, ищем слова «логин» и «sign up». Вот здесь справа наверху. Логин – это для входа после того, как вы уже зарегистрируетесь для входа в аккаунт, а «sign up» – это для регистрации. Нажимаем «sign up». На этой странице вас благодарят за то, что вы приняли приглашение дружить на этой сети. И здесь мы вставляем нашу почту, email-адрес. Желательно иметь почту от Gmail, потому что с ней легче всего работать в подобных сайтах и бизнес-проектах. Здесь пишем пароль, который вы придумаете, еще раз тот же пароль. Ставите птичку, что вам выше, чем 13 лет. Здесь могут регистрироваться и подростки свыше 13 лет. И вставляете птичку, что вы не робот. После этого система вас просит указать, например, каждый раз будут другие картинки. Выберите все изображения, где есть цветы. Нажимаем здесь цветы и здесь. Больше их нет. Нажимаем подтвердить. И нажимаем кнопочку Sign Up. Затем вы идете на вашу почту и ищете письмо от компании. Вот такое вот, где будет голубая планочка, написано «Confirm your email». Нажимаете на эту кнопочку, и вас перебрасывает в ваш аккаунт. Здесь вы будете на странице «Профиль». Также можете зайти на эту страницу здесь, нажав вот возле фотографии «Profile», и вы будете на данной странице. Здесь вы пишете ваши данные. First name – это ваше имя. Допустим, я пишу мое. Last name – это ваша фамилия. Имейте в виду, какое имя и фамилию вы здесь напишите, то и будет выходить на ваши реф-ссылки. Display name – это ваш логин, тот логин, который вы хотите придумать. Пишите его здесь. Он будет у вас также высвечиваться на вашей реф-ссылке. И по умолчанию будет ваш email, ваша страна. Телефон можете не писать, это не обязательно. Здесь у вас будет пустое место для фотографии. У меня уже она загружена, но у вас будет пусто. Вы просто нажимаете, выбираете ту фотографию, которую вы хотите загрузить. Можете любую картинку, но я советую грузить свою личную фотографию и писать свое личное имя. Как редактируем фотографию? Если она у вас большая, нажимаем здесь на минус, если маленькая, нажимаем на плюс. Но лучше, чтобы было побольше, потому что если будет поменьше, нажимаете на плюс, вы просто будете изменять пиксель, и фотография будет нечеткая, некрасивая. Поэтому мы ее уменьшаем до той грани, пока она не встанет нам вот так вот красиво. Причем я советую меньше, немножко, чтобы белого было видно сверху и по бокам, тогда у вас не будет обрезанная голова, иначе получается немножко обрезанная голова. Вот сейчас посмотрим, нажимаем ОК, и у меня вышла она достаточно нормально. Вот, как раз по центру. И после этого не забудьте нажать слово «Update», «Сохранить», «Update», все. Ваша регистрация закончена. Поздравляем! Вы можете сделать еще следующее. Заходите на страницу PageMaker. Имейте в виду, что все будет на русском языке скоро, поэтому вам будет намного легче. Здесь вы можете загружать любые видео. Я советую первое видео поставить или видео от компании приветственное, или свое маленькое, или взять у меня, или еще у кого-то, где будет как бы основное небольшое видео, видеопрезентация данной социальной сети. Здесь нажимаем под видео «Edit Page» и видим следующее. Мы можем отсюда сделать все изменения для нашей реферальной страницы. Вот здесь вы можете вставить любой логин, например, «Star». Если он «Available», здесь напишет вам «Available», «Доступный», то тогда вы можете себе и поменять вашу реф-ссылку. Также вы здесь можете написать «Welcome», допустим, или что-то на русском языке «добро пожаловать», или что-то от себя, или «привет». Вот. Если вы хотите поменять вашу фотографию, также отсюда можете ее загрузить. Если вы хотите поменять, у вас будет чистый фон на вашей реф-ссылке, там, где фотография, тогда вы можете здесь нажать «Customize Cover Photo», то есть
найти фото, фон, тот фон, который вы хотите к вашему сайту, и вставить его сюда. Если не подходит, просто подбирайте нужный фон. В любой момент вы можете все это дело менять. Поэтому, например, я выбираю себе это, нажимаю «Открыть». У меня здесь выходит рамка. Мы не можем здесь уменьшать или увеличивать. Не получается. Но мы можем двигать вперед, взад и так дальше. Куда нам, какой фон нам больше нравится. Затем нажимаем «Ок». Ждем несколько секунд. Когда выйдет зеленая птичка, нажимаем слово «Edit». Вот, к примеру, так получилась у меня страница реферальная. Видите, здесь есть мой логин, моя фотография и тот фон, который я выставила. И при этом будет видно имя и фамилия, которые я ставила в регистрационной форме, если вы помните. Вот здесь оно как раз у вас выйдет. То, что вы хотите, чтобы было видно, там и пишите, но я советую ваше правдивое, реальное имя и фамилию. Тем самым вы будете создавать свой личный бренд, и мы будем узнавать, кто же заходит к нам на наш сайт, на наш аккаунт, и кто становится нашим другом. Всего хорошего, до следующих встреч!